к новостям спортивной жизни. Юные спортсмены из Тверской области встретились со звездами лыжного спорта. Ребята смогли пообщаться с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой и бронзовым призером зимних игр Александром Терентьевым. О чем спрашивали ребята своих старших товарищей, расскажет Наталья Чекет. Увидеть настоящих олимпийцев не в интернете или по телевизору смогли 120 воспитанников отделения лыжных гонок спортивных школ Тверской области. Именитые спортсмены рассказали о своем пути в спорте, ответили на вопросы ребят, родителей и тренеров. Один из главных – как стать победителями крупных соревнований. Трудолюбие в первую очередь. Ну, конечно, ну, тут не скрыть, что все равно многое решает талант, потому что есть дети более талантливые, есть, к сожалению, менее талантливые, но все-таки очень много можно компенсировать трудолюбием и серьезным отношением к своему делу. А вот родителей интересовал вопрос, как мотивировать детей, чтобы они не сдавались и шли к победе. Александр Терентьев ответил, что перед детьми надо ставить цель. Были такие моменты, когда папа ставил цель, то есть вот ты выигрываешь соревнования, и мы тебя там купим такую-такую игрушку, и я бежал на соревнования, не думая, что цель была выиграть, конечно, но я не меня придумал, а я думал о том, что получу приз от отца, и вот, наверное, это было, наверное, таким толчком для меня. Другой вопрос коснулся понимания спортсменов их физической формы. Александр Терентьев и Наталья Непряева рассказали, что в этом им помогает взгляд тренера, контрольные старты, внутренние ощущения и, конечно, наблюдение врачей. Как отметили олимпийцы, подобные встречи помогают юным спортсменам понять, что достичь высоких результатов – вполне выполнимая задача. Такие встречи позволяют понять, ну, маленьким детям, что вот все рядом, все мы близко, и все мы такие же люди обычные, и ничто у нас нет, ни три ноги, ни три руки, а также две ноги, две руки. Поэтому я думаю, что детям, чем больше таких встреч, тем больше детям интересно заниматься. В завершении встречи ребята смогли сделать фото с выдающимися спортсменами и получить автограф.